А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс, мы продолжаем, точнее начинаем играть в Moonbazoo. На втором канале почему-то не захотели смотреть, поэтому он будет выходить на основном. Итак, давайте начнем новую игру. Ой. И начнем играть. Я как бы уже один разочек играл. Че за нафиг. И сейчас начнем. Короче, все очень просто. Игра по типу My Summer Car. Не будет весело, наверное. Так, мы проснулись. Я думаю, мне наушники не нужны. А, погнали. Погнали. Мы живем в трейлере, если что. Кому вдруг интересно. В таком трейлере. Вертикалочки здесь нету, поэтому вы уж извините, если она будет вылазить. Так, у нас... А, ну да. Короче, у нас здесь есть миссии. Нужно поставить на ход бэху. Как бы... Кстати, спасибо в комментах тем, кто написал по поводу ручника, но я сам допер в конце серии. У меня на тачке, блин, такой же ручник, ножник типа. Я фиг знает, что я его тогда не заметил, когда пикап у нас не ехал. Вообще без понятия. Так, это у нас болты на колеса. Ой. Есть. Нужно делать все по фасту, потому что я хочу поехать без бухла. А, кто смотрел на втором канале выпуск, те видели, что я сдох от недостатка бухла в организме. А нам нужно как бы еще в магаз заехать. Чпоньк, готово. Где наш ключ? Так, я не помню, какая там кнопка. Е, по-моему. Да. Один. Так, у нас ступичные протянуты, поэтому мы их не трогаем. Ух ты, можно и так переводить, прикольно. У нас, короче, остальные колеса еще нужно протянуть сейчас, потому что они тоже немножко отпущены. Чтобы по пути их не потерять. Ну, ладно, ступичные тоже проверим на всякий случай. Нормально все. Так, что здесь у нас? Ступичный на месте. Все остальное закрутили. Отлично. Так, ключик. Ключик, ключик, ключик. Бросаем. Капотики. Открываем. Готово. Так, нам нужно присрать крышку головки цилиндров. Присрали. И туда нужно 6 обычных ржавых болтов. Угу. И еще 3. Так, что у нас там? Пока что все хорошо. Мы сдохли в прошлый раз, потому что... Мы на пикапе тупили долго. Потом я тупил, пока тачку не мог достать. Из кювета. Поэтому сейчас, я думаю, у нас таких проблем не будет. И я буду ехать аккуратно на ней. Чтобы мы нигде не убились по пути. Так. Ну какая? Бэмка. Именно бэмка. По-другому не назвать. Так, ключ есть. Режим закручивания. Блин, такие болты длинные, будто как шпильки прям аж по длине. Есть. 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 И есть. Отлично. Так, ключик на стол. Капотики закрываем. Так, надо посмотреть, что там у нас еще было. А, купить тайр памп. Тайр-пам, колеса качать. А, в Кали-газ. В городе. Кали-газ, и черт его знает, что такое. Кстати, газ. Номера можно менять. Блин, я, кстати, не помню, как я багажник открывал. Нифига себе, духу даже можно откинуть.
Капот. Слушайте, как я его открывал? Я его просто по ходу открывал. А, понятно. Просто топливо пригодится, наверное. Лопата, горелка, нет. Я вас понял. Пусть в салоне лежит. Иначе потеряем. Так, ну все, можно ехать. Так, канистра, ты с нами? Зажигание. Фиг знает, завелась, не завелась, по звуку не слышно. Блин. Ручник. Поехали. Поедем на бэхе. Блин, нифига, сразу сироп наш начал. Канистра, ты с нами? Не хочу я потерять где-то по пути. Так, ну, вроде лежит, отлично. Не знаю, нужно будет ее заправлять или нет. Блин, надо было, наверное, сфоткать экран. Посмотреть, что нам там нужно сделать. Так, купить tire pump в калигаз. Газ типа, ну, топливо. Бензин, газ. Не газ, если что. Не-не-не, да ты орешь. Ничему жизнь не учит, да, народ? Я думаю, что те, кто смотрел на втором канале, они помнят, что я улетел тут же. Я тут же улетел. Я тут же улетел с дороги. Не, не хочет. Давай здесь. И где-то пониже. Во, отлично. Не хочет. А за эту часть? Почему ты тянешь сквозь землю? Скажи мне, пожалуйста. Мы жопу вывернем. И будет все отлично у нас. Наверное. Но я сейчас думаю, это быстрее сделаю. Блин, ну тупо улетел там же. Ну вот это подстава прям. Сразу видно, какой я водитель. Странно, оно тянет. То тянет, то не тянет. Вот сейчас не тянет вообще нифига. Надо... Но оно реально почему-то работает, когда вытягиваешь немного в сторону. Фиг его знает, почему в сторону нужно тянуть. В этом логика отсутствует, но... Почему-то как-то так. Только, блин, не хотел в ДТП попасть. Думаю, больше всего времени тратит. Все равно попал. Нет, вообще не хочет. Короче, он походу хочет только, чтобы мы его в бок вытаскивали. И все. А потом уже выравнивали. Потому что в бок тянется прям активно. Кек. Сейчас будем активненько, наверное, тащить. Сейчас колесо просто уйдет туда. Эй, тащи, тащи, тащи.
Блин, ее нельзя отпускать эту фигню, иначе сейчас будет фигня. Она снова провалится, но она уже не тянет. Вот как ее вытащить, блин? Проще, наверное, заново начать. Там яма капец глубокая. Она просто на пузе сидит и не может уже тянуть его. Так, мне кажется, можно газануть. Колеса так активно сидят там. А, я не попал. Понял. Кстати, а может мы не могли потянуть, потому что я на драйве ее оставил? Я ж, по-моему, на нейтралку даже не втыкал. В прошлый раз, кстати, тоже я потом уже драйв отрубил. Или заднюю, я не помню, что там было. Так, ну сейчас точно поедет. Поехали. Канистра, ты с нами? Ой. Капец. Ну сейчас это было быстрее, конечно. В прошлый раз мы тут ночью катались. Жесть. Так, главное сейчас по городу еще не затупить, а то я помню, в городе там еще вымер. А, я понял, почему я тут постоянно улетаю. У него тормозов нифига нет. Нужно ехать как-то не сильно, спешить. 60 едем, и нормально. Лучше потихоньку, но это будет безопаснее, нам не придется ее ниоткуда вытаскивать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально. Нормально. Так. А, понял. Думаю, что это за здание такое. Так, это не наш поворот. Это не наш. Тоже не наш. Не наш. Так, вот это, по-моему, наш. Длиннющая дорога. 10 мо. Я думаю, нам сюда. Наверное, нет. Он в конце непонятно что стоит, там магаз или нет. Давайте сюда лучше зайдем. О, Калигаз, отлично, Калигаз. Так. Паркинг, глушим. Вываливаемся отсюда. Заходим. Так, а здесь мы не были. О, Интегра. И Суба старая стоит. Так. Ты кто? Libre Service. Блок. Терпамп. Hello. Извини, я это... Мне это надо. Мне это надо. Так, я купил, да? Или надо заплатить? Джакоб. Джакоб. Я заплатил? Ну, так понимаю, что если я взял, я заплатил. Ключик. Какие-то кусачки. Ну все, можно ехать обратно, наверное. Пойло. Хлоп. И нормально. И живется даже лучше. Так, подожди, а ну-ка. Тайр хрень. Иди-ка сюда. А, нифига. 20 псай. 20 псай. Фиг его знает, какой-то давляк. 20 псай. Тут слабенько. А, я понял, они у нас вообще пустые. Давайте качать нормально. До 30-очки давайте.
Не, давайте еще больше, до 40. Но настолько на бэхе надо колеса накачать, по-моему. Больше не знаю, на чем их качать. И не знаю, куда давляк тут должен быть. Ну-ка, в грузовике сколько? Не показывает. А в интегре сколько? Тоже не показывает. Понятно. Значит, наугад качаем. Надеюсь, она не стрельнет где-то по пути у нас. Чпоник. Слушайте, я что, бампер похилил? Или его не было? Или его потерял там? Я, короче, что-то не знаю даже. Был бампер или не было. Так, все, погнали домой. Нам как минимум нужно будет там где-то хряпнуть. Тачку даже на ручнике не оставил. Ой, слушайте, а что по топливу? Давайте. Где у нас бак? Вот здесь. Ух ты, блин, забыл драйв включить. Ручник, нейтралочка, нормально, сойдет. Так. Ой, нет, давайте что-то поэкономней. Сансплонг. Не, фиг его знает, чем мы заливать будем. А, правый открутить, ядрить, колотить. Как это сложно. Ёпта, я хоть попадаю, не? Фиг знает, что это долье, но дымок что-то у нас не очень. О, бабки заканчиваются. Брось каку. Нифига, я заправил денег. Деньги закончатся сейчас. 24 бакса осталось. О! Да тоже другое дело. Драйв. Ручник. Поехали домой. Так, а как домой попасть? Нафига я канистру с собой взял? Я не знаю. Ну, покатали я хоть. Побывала в городе. Я вообще планирую весь список тот за сейчас выполнить, который у нас там есть. Надо сейчас поехать посмотреть, что у нас там. Мы как бы купили насос, мы колеса накачали. Что там у нас еще было, я даже не посмотрел. Надо было вообще-то сфоткать, чтобы знать, что нам нужно. Паутина, я даже не знаю, что это такое. Наверное, поссать, типа в туалет сходить. Энергия, ну это поспать, скорее всего. Блин, тормоза вообще не пашут. Накатом еду. 80. Блин, разгоняется-то быстро тут из-за того, что разметка до 280, даже не замечаешь, что там скорость высокая. Такой думаешь, я иду 40 км в час. Там уже 80 летишь. Откуда я приехал? Отсюда или оттуда? Наверное, отсюда. Да, смотрите, соточку прям. О, нифига заносит. Так, надо будет потом, когда обратно будем ехать, сюда не попасть. Я так понимаю, мы должны были это сделать на пикапе, но поехали так уже. Так, где там моя хата? Кажется, приехали. Ух ты, блин. Фиг остановишься. Так. Глуши. Высоту можно настроить. Talk to you, brother Francis. Отлично. Поговорить с братом Фрэнсисом. Скажите, пожалуйста, где его, блин, найти? Брата Фрэнсиса. Продать firewood
Фрэнсису. Firewood, что такое Firewood? Прикиньте, если это этот пикап Firewood. Так, надо Escape нажать. Я сейчас переводчики посмотрю. Firewood, чтобы наверняка это понимать. Типа Firewood, типа горящее дерево. Понятно. Дрова продать. Firewood. Это дрова. Ну, судя по картинкам. Дрова. Интересненько, я вам скажу так. Что, их наколоть нужно, судя по всему? А может, нам нужно вот эту хреновину для колки дров? Нет, надо еще раз. Я перевод вбивал, надо просто Firewood. В игре просто это может иметься в виду что угодно. Нет, определенно дрова. Явно не штука, чтобы колоть дрова. Так, а топорик? У нас где-то, по-моему, был топор. А, бензопила есть. О, отлично. Ну, в принципе, есть над чем поработать. Кстати, хорошо, что хоть топливо есть. Чё, нарезать нужно? Отлично. Но это однозначно в пикап нужно. Поезжи. Еще скажите, что их наколоть тут нужно. Через что они работают? Эти штуки. Да ты орешь. Как узнать, есть тут топливо или нет? Но мы типа включили. Ну что-то там вроде есть. Я не понимаю, что он не хочет дергать. Ладно, погнали. Канистрочку сейчас возьмем, быстренько на заправку съездим. Блин, надо было все-таки заправить ее. А он не прольется хоть? У нас бабок не хватит. Ну ладно. Фиг пойми, какая тут передача. Так, ну это нажать включить, а как-то его нужно отключать. А, правой кнопкой. Поехали. Механика, блин. Четвертая. Пятая есть, пятая нет. Короче, сейчас до полного добьем эту канистру. Хотя в канистру вряд ли войдут все деньги наши. Но нужно заправлять. А может и не нужно заправлять, фиг его знает. Тут полбака. Можем 100 баксов потратить. Наколоть дров. Потом нам братишка, наверное, денег даст. Слушайте, фордяк-то нормально сюда вписался. Я мог снова сейчас улететь туда. Ой, фордяк. А чё фордяк? Я не знаю, чё фордяк. Ну, кстати, да, на нем вот как раз по такой дороге ехать отлично. Ему вообще пофигу, куда ехать. На нем реально быстро едем. Офигенная техника. Но полный привод. Пикапчик решает. Так, поехали снова на заправку. Потому что Firewood, и там на картинках дрова наколотые. Потом по-любому их нужно наколоть. Плюс в бензопиле по-любому тоже топливо рано или поздно закончится. Ну, тут где-то налево, вон вижу. Сюда. Нам куда-то сюда. Так. Ёпта, ручник. Я даже не проверял, канистра с нами или нет.
Блин, оно, возможно, вот это топливо нам нужно. Сансплунб. Что это вообще такое за топливо? Может, с маслом для двухтактного движка как раз? Плунб. Сорт бензина. Но точно не супер туда нужен. Короче, я не знаю, я думаю, нам сансплонб нужен. Плонд. Плонб. Блин, я запутался уже. You can't use this. Не подходит топливо. Может, типа, то дизель имеется в виду какой-нибудь? Это заливается. Как мы увидим? А, по-моему, полная. Я надеюсь, она не разольется, пока мы довезем ее. Хрен с ней. Поехали. Т4 сразу и нормально. Погнали. На этой тачке можно наискось по дворам ехать. Сейчас так и сделаем. Так, в знаки лучше не врезаться. Мне кажется, мы в них можем застрять. Так, нужно будет сиропчика еще бахнуть. О, канистру видно в зеркале. Отлично. Канистра еще с нами. Слушайте, он шпарит-то тоже неплохо. Это 80 миль вообще-то было, а не 80 км в час. Валит как бэха, походу. Канистра вообще отлично лежит, только на бачке. На бачке, на бачку. На боку. На бачке. Канистра лежит на бачке просто. Ну чё ты ещё скажешь? Ой, ёпты. Подпрыгнула почти. Тихо, она так вылететь может. Так, надо камеру, чтобы видеть хорошо зеркало. Чтобы канистру не потерять. Тут, если что, почему я еще столько пытаюсь пройти, потому что съездить туда в магаз, это еще не сохранится. Там надо сохраняться как-то. Игра сама сохраняется, тут нет сохранений. И типа, когда жмешь выйти, она типа пишет, что как бы, чувак, сохранения нет. Так. Ручник, ножник на первой заглушили, насрать. Сансплонд. Эх, короче, сюда заправляем. Ой, понял. Сейчас попробуем. Надеюсь, она подойдет. Нифига она налила. Неужели там дофига его? А, я могу даже поставить по-человечески. 56%. У нас 12 баксов. Как тебя тогда заводить? Я что-то вообще хз. Давайте пикапом подъедем. Фаркоп есть. А, нет, дверь не поможет, открытая. Так, зажигание. Движок запускаем. Первая передачка нам достаточно. А, ручник, ножник. Ух ты, нихо-хо. Ёпты. Ни хрена не вижу, куда ехать. Ой, ой-ой-ой. Кек, укатилась. Я не знаю, во что я сейчас ударился. Я не знаю, как камеру, если что, менять. И как ее зацепить? Я слишком далеко заехал. Давайте вперед протянем. Так. Первое.
Полный привод. Да, я знаю, что на ручнике, просто чтобы далеко не уехать. Отлично. Глушим. Нифига, оно раскололось, прикинь. Дрова раскололись. Удобненько. Как они раскололись? Я просто машиной подъехал, врезался. А, нифига. То есть надо... Я теперь все понял, как оно работает. Я просто слишком умный для этого. Я не знаю, сколько ему дров нужно. Чпоньк. Все отлично. Слушайте, а может оно только с пикапом работает? Может к нему пусть тогда уже всегда и будет приделана эта штука. С ней ездить в любой непонятной ситуации, рубить дрова. И бензопилу с собой возить. Но мы сейчас это дерево дофигачим. Я надеюсь, я не сдохну где-то. Надо будет бухануть перед выездом и что-то захавать. Потому что ехать непонятно куда. Что там за брат такой у нас? Где он живет, я вообще без понятия. Хотя на карте может и есть. Хз, где он живет, если честно, вообще без понятия. О, нифига, там какую-то хатку можно построить. Последнее. Так. Все. Бензопила. Тоже багажник. Так. Погнали, похаваем. Тут, кстати, свет у нас есть. Нет, фиг его знает. А, так. Что я хотел? А, надо бухнуть. Все отлично. Дальше у нас только энергия немножко того. Поехала, малеха. Так. Каннабис пэкэдж. А, так у нас каннабис есть. Тебе нужно сесть. Я сел. Так, берем. Это 0 упаковок джойнта. Короче, типа хочешь покурить, садись, но курить нечего. Я вас понял. А может где-то есть? Так, радио нам не надо, телефон нет. Блин, где искать этого сраного брата? Фрэнсис. Фрэнсис, Фрэнсис. Здесь даже нифига нет на карте. Фрэнсис. И фиг знает, где он. Брат Фрэнсис. Давайте поспим, наверное. Интересно, сон это сохранение? Нет, это не сохранение, я уже проверял. Я забыл просто. Ёпта, ночью проснулся. Зашибись. Еще лучше. Так, батарейки, надеюсь, у нас не садятся. Ну-ка. Main меню. 33 минуты назад. Я нажал выйти. Капец, я лох. И у нас new game. Слушайте, оно вообще никак не сохраняется, что ли, у нас? Блин, вот это я выдал. Народ, напишите по поводу сохранений. Как вы думаете? Блин, я хотел нажать отмена, нажал выйти. Я подумал из менюшки выйти. Вот зараза. Ладно, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс и всем пока-пока.